1 ноября в рамках цикла встреч студентов Казанского университета с известными общественными деятелями Республики Татарстан состоялась встреча студентов Института филологии и межкультурной коммуникации с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, выпускницей Казанского университета Лейлой Фазлеевой. Встреча была посвящена волнующей студентов теме «Траектория успеха выпускника КФУ. Возможности и перспективы». Я бесконечно горжусь своим образованием и до сегодняшнего дня остаюсь большим поклонником всего того, что связано с русским языком и литературой, вообще в принципе с языком, и продолжаю работать, действительно преподавая и работая сегодня с разными категориями. Это и взрослые, и невзрослые, и студенты. На встрече Лейла Ринатовна рассказала о своем карьерном пути, поделилась историями о времени, когда она была студенткой Казанского университета. Мероприятие проходило в теплой и дружеской обстановке, что не могло не оставить свой отпечаток на впечатлениях студентов. Это меня сильно мотивирует. Я, смотря на нее, захотела поступить и на магистратуру, и в аспирантуру. А думаю, у меня все получится. На своем примере Лейла Фазлеева показала, как важно любить свое дело и гореть им. Ведь только так можно добиться успеха. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.